привезли? Ну, я привезла своих знакомых бабушек. С дорожной, потому что у нас там от дома нет никаких маршрутов. У нас нет автобуса, у нас отменили единственный маршрут, который был. Уже 3 года бабушки ходят бог знает куда. Давно? Бабушка с палочкой не может от дома далеко пройти. Не, ну просто... И хлеб ей приносим, и помогаем, кто ходит там, дети. Вот мы сейчас с бабушками общались, и им сказали, что они обратились к представителям кандидата, им и помогли. К представителю Гнатенко обратились для того, чтобы дали автобус, потому что рейсовый автобус по выходным ходит только час. Так вам тоже помог представитель Гнатенко, да, или как? Мне нет, я за свои личные деньги. Это ваш... Хочу, помогаю своим бабушкам, потому что, да, это мой микроавтобус, я сама езжу. Мне нравится это, помогать людям, тем более бабушкам. У меня у самой бабушка, которая еле передвигается. Это все бабушки или вы еще есть какие-то, кто не успел? Ну, я подъезжаю, спрашиваю к тем бабушкам, которые я знаю, что очень плохо передвигаются даже по квартире. Кто соглашается, без проблем, я подвожу. Нет,